Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, ну что, задание. Нанесите 20 единиц урона супермозгом, уничтожить 5 растений и нанести 20 единиц заразительной сальцей. Так, ребят, давайте-ка мы, наверное, вот здесь попробуем получить другое задание какое-нибудь. Разыграйте 3 боба. Ну что же, разыграйте 3 боба. Это говорит о том, что нам нужно играть за зеленую тень. По-другому не получится разыграть 3 боба. Ребята, вот так вот. Ой, хорошо пошло, как детки в школу. Так, и у нас, друзья мои, бессмертие. 40-й уровень. Разыграйте 3 боба. Ну что, попробуем? Ну что, поехали? Он сейчас, наверное, свою летучую мышь вызовет, да, скорее всего? Или что-нибудь похуже. Да, он летучую мышь вызывает. Гаденыш, а? Он еще и карту получил на халяву, ребят. Ладно, утырок несчастный. Найс, давай так сделаем. Разыграйте 3 боба. Давай сделаем так. И вот так. Прекрасно. В рожу-то он получит однозначно, да? В рожу он получит однозначно. Так. Ага. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам. Сейчас посмотрим, что будет. Ну, тут понятно, он, может быть, уничтожит. Так и есть, ребята, уничтожает именно его. Да и, наверное, и хорош. Ага. Так. Мы этого выкинем, наверное, да, я думаю. Вот этого хмыря выкидывать надо будет, скорее всего, друзья. Идиота кусок. Ну, я тебя понял прекрасно, короче. Поехали. Блин, он же сейчас его опять выставит. Ай. Ребят, я здесь тупанул. Он же сейчас его опять поставит. И мне сейчас прилетит в лицо. До свидания. Нафиг я его убрал-то? Так, ладно, смотрим, сколько мы с тобой тут. 3 боба разыграли. Так, уничтожить 5 растений. А у нас там что за задание еще стоит? Заразительное сальцей. Угу. Ну давай попробуем. Да, зеленой тенью я, конечно, сыграл глупо. Глупо, ребята. Очень глупо. У нас давай сюда поставим, посмотрим, что нам выпадет. Hello. Hello.
Ну, нормально. Не-не-не. Крихтун несчастный. Так, ну что? Давай так посмотрим. Пошел вытягивать карты. Так. Давай сюда поставим. Этого я сейчас уничтожу. Не получится. Так, что дальше? А что же дальше? Что же дальше? Что же дальше? Угу. Угу. Чтобы не мешался нам. Пиу. Блин. Сейчас по земле два урона нанесет, да? А, нету. Зачем он сейчас это ставит? Это объясни, зачем? Зачем он ставит эту неуязвимость сейчас именно? Пам-пам-пам-пам-пам. Че лучше поставить-то? Давай, наверное, так сделаем. Вопрос, нафига я вот это сделал сейчас, а? Будет он тратить свои два урона по земле или нет? Даже так? Даже так? Так, 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 сейчас, секунду, секунду, секундочку, секундочку. Давай так сделаем. Поехали. Ауч, этот-то не успел. Ой, дурик, этот-то не успел. Ну, я даже не знаю, ребят. Ну, давай вот так, наверное, сделаем. Испугался, ребята, испугался. Так, я надеюсь, у меня блок-то сработает. Эх, Маруся. Неужели у него бомба есть, а? Нет, друзья мои, у него кое-что похуже. Ладно, делаем так. Не туда ты его. О, отлично. Просто шикарно. Ребята, кто следит за моей игрой именно по растению против зомби-героя, помнишь, идентичный случай был такой же у меня. Когда я думал, что уже выиграл, а он потом зомбота, и зомбот уничтожил просто всех на моем столе, и я проиграл. Здесь один в один получилось. Но 20 единиц урона я еще до сих пор не нанес, поэтому поехали. Нам нужно именно нанести 20 единиц урона, а не выиграть. И, кстати, у нас 900 самоцветов, если ты заметил. То есть нам еще сотку получить, и мы приобретем с тобой 11 паков. Наших родных 11 паков. И опять мне достается Бонг Чой.
Слушай, ну ландшафт вот этот, в принципе, неплох. Так, этих уродцев сносить надо обязательно. Это не тот же самый случайно, ребята, а? Который был. Hello, ну, hello. Эй, Марина, найс. Подожди. Так, сделаем. Hello, my friend. Пенек. Так, ну что, нам надо будет... А что нам надо будет? Ты смотри, а! Ты смотри, что холоп делает. Так, давай еще разок проверочку. Серьезно, блин? Два могилоеда, ребят. Эх, сейчас что-то будет, чувствую я. Шипы? Ну все, мне хана, ребят, по-моему, да? Не? А что мне дадут-то? Ребята, блок сработал. Почему ни хрена не дали? Где... А, дали каплю. Каплю дали мне, ё-моё. Я и не увидел, как она сюда попала. Ко мне думаю, офигеть, ничего не дали, блин. Но нанесли мы уроны, друзья мои, с горем пополам выполнили эти задания. Но теперь у нас есть еще одно задание, которое называется «Громкое событие». Так, разгром украл козла и привязал его, понятно. Мы играем за кого? За каротин, ребят, играем. Ну давай попробуем. Шаман корня, да? Шаман корня. Кто бы сомневался, что у тебя, гаденыш, будут валуны. Я, ребят, нисколечко не удивлюсь, если там опять же будет. На тебе, засранец несчастный. Так, чеснок. Чеснок это хорошо, кстати. Так, вот сделаем. Только не в блок, пожалуйста. Смотри, что творит. А если бы я кактус поставил, он бы кактус, ребята, уничтожил бы. Ну, и... понимаешь бы, что бы тут получилось.
Ага. Давай так сделаю. Козла этого надо валить. А он на него сейчас... А, все-таки на него сделал, да? Ну что, бомбочка, ребят, поэтому плачет. Благо, она у нас есть. Так, это мы сейчас получаем еще шаманство, да, какое-то там. Нормально. Ха, его хочет прокачать, да? Ай-яй-яй-яй, убили негра, убили. Давай сделаем так. И вот так. Прокачка пошла, ребята, пошла жесткая прокачка, так. А на чем там рассчитывает? А? Тю-тю-тю-тю. Ну-ка. И вот так. Ну все, эти улетают. Мы ему сейчас лицо размажем, ребят. Эти козлы улетают. 5 в лицо, и этот добьет все. Тут изи. Да, ребят, тут изи получилось. Выполнили мы это задание. Блин, я, ребят, как представляете, геройский, блин, это пипец какой-то. Создайте обжигающего перца. Что за обжигающий перец? Что, ребят, за обжигающий перец у Розы в коллекции? Утилизировать 5 дополнительных карт. Давай утилизируем. Обжигающий перец. Вот этот, что ли? Нет, это странная пассия. Что за обжигающий перец? Тут, наверное, надо искать так, ребята. Обжигающий перец. Вот это обжигающий перец, блин. Ты серьезно? Я думал, что это замораживающий перец. Это обжигающий перец, оказывается, ребят. Ладно, ладно. Так, что там за следующее задание у Розы идет? Заморозьте 3 зомби при помощи особого навыка обжигающего перца. У меня, кстати, есть, друзья мои, колода за Розу именно на заморозке. Так. Надо только ее найти. Ага, вот она, да? Подожди, это не то. Подожди, а как так может быть? Вот она. Ну что, попробуем? Заморозить 3 зомби, да?
А у меня всего лишь два обжигающих перца. Ну, попробуем. Блин, великанус. Ну это че, ребят, ну это полный трэш. А где хоть что-нибудь-то? Далеко пойдем. Еще он что-то творит. А мне абсолютно нечего поставить. Два ландшафта. Че он собирается ландшафт ставить? Я так понимаю, да? Ну да, ландшафт, друзья мои. Мне дадут сегодня что-нибудь поставить-то? Превращает во что-то там. Так, ага. Давай в блок. Абсолютно ничего не стал ставить, да? Пим-пим-пим-пим. Что он хочет сделать? Давай я так сделаю. Эй, смотри. Ну ему крышка, ребят. Пошло, поехало, да? Давай посмотрим. Ну? А он заморозку делает. Угу. Так, а что мне сделать-то, а? Серьезно? Только не зомбот. Нормально.
Пока. А знаешь, что самое интересное? Что мы с тобой не выполнили задание. Мы с тобой просто выиграли поединок. А обжигающий эффект мы не сделали. Мы не сделали с тобой никакой обжигающий эффект. А вот она беда-то. Где? Все, ребята, закончилось мое это безалкогольное. Можешь не думать, что я там что-нибудь делаю плохое. Чисто освежился, ребят. Чисто освежился. Так, а вот с профессором будет плохо, потому что... Ну ладно, давай оставим пока так. Потому что он на заклинашках в основном работает, да? А мы на заморозках. И вот сейчас начнет. Ага. Он же его, наверное, усилять будет, да? Он его может раздавить. Пу-пу-пум. Смотри, что начинает творить, а? Хорошо. Так, он меня решил, значит, этим пиратом напугать, да? Я понял. Плохо. Ладно, уничтожил. Что-то я как-то себе в убыток иду, по-моему, ребята, а? Нет такого ощущения. А он что, на пиратах, что ли, будет играть? Не, это у него... Ну, хотя фиг его знает. Этот парень меня мало интересует. Меня больше интересует, знаешь что? Давай я так сделаю. У меня с картами беда. Если он сейчас еще этого хламона поставит... Ну ладно, мы можем заморозиться. Точнее, заморозить. Ага, мишень. Видишь, все как-то, блин, идет через одно место, блин. Вместо того, чтобы бомбить, блин. О, все.
Отвратительно. Ну и что это? Ну, где заморозка твою налево, блин? Я сдаюсь, короче, ребят, это... За всю игру ни одного перца, одну заморозочку только дали, одну. И все. Одну, блин, дебильную заморозку. Эх, где этот перец? Поехали. Фух, без перца я не выполню, ребят, задание. Так, Зоран. Зоран, почти как ворон, только Зоран. Ну вот опять 25. Ну вот опять, ребята, 25. 5-6 энергии. Трэш. Фиг ли ты мне этого прыщалыгу втыкаешь сюда? Сейчас ландшафт сюда поставит и все. Дальше-то что? Где заморозка? Хоть капельку. Какую мать твою капельку, а? Давай-давай-давай. Надгробие — это хорошо. Я, наверное, сейчас обоих буду замораживать, и этого, и этого. А, какой этого, и этого? Этого, и этого не получится. Надо вот так вот делать. Только не кровожадность. Давай в блок. По делам тебе. Так, это мы оставляем. Ну я только так могу пока сделать, ребята. А что еще? Что еще тут сделаешь? Ну, проскок. Ну, сейчас прокачать же еще, наверное, да? 3-4, да, будет? Нет, 3-3. Слушай, ну смотри. О, мы ему сейчас 2, это получается 8 хп. А ему кранты, походу, дела, ребят. Ему, походу, кранты. Да, вот это добьет. Как раз на воду поставили. Прекрасно. Но опять же, где обжигающий, ребята, перец? Где обжигающий перец? Он меня достал уже. Мне нужно сделать именно на нем задание, блин. Понимаешь, в чем дело-то? А его не дают. Ладно, друзья мои. Время поджимает. Я бы с великой радостью бы еще поиграл бы чуть-чуть. Вот, но... Ну, время, друзья, время.
Обязательно увидимся уже в следующей серии. Кто-то спрашивал, когда, ребят, закончится сезон. Когда сезон будет заканчиваться, вот здесь, вот, по-моему, высшая лига, если не ошибаюсь, вот, вот тут будет написано до конца сезона, например, там 5 дней там, или 7 дней, столько-то часов. Так что ты уж в любом случае не пропустишь. А вот это вот, что написано, это конец события недели. То есть то, что мы вот получаем, видишь, здесь. Кстати, я могу получить этого козла, заплатив сотку. А козла у меня такого нету. Кстати, да. Но я не буду, ребят. Я не пользуюсь колодами животных. Возможно, из-за того, что у меня нет этого козла. Но я не буду. Ладно, друзья мои. На этом будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.